Героя сегодняшнего рассказа можно характеризовать следующими словами. Спокоен, терпелив, героичен. Речь идет о писателе Анатолии Пантелеевиче Соболеве. Великий Виктор Петрович Астафьев, создавая одно из предисловий к его книге, отметил, что если всю алтайскую литературу рассмотреть как тройку несущихся коней, то коренным центральным конем будет Василий Макарович Шукшин, а престижным, одним из престижных будет Анатолий Соболев. Действительно, человек со сложной судьбой, действительно, человек, который повторил успешную карьеру большинства алтайских литераторов. Для того, чтобы состояться, нужно уехать в столицы и там стать одним из главных пишущих людей страны. Все у него это получилось. А начиналось с того, что в 1926 году в деревне Кытманово родился ребенок, и через очень короткое время отец, партийный работник, секретарь парткома района, отправился в деревню Смоленское. И там поднимал колхозы, создавал их и переживал очень-очень непростое время. Но мы с вами люди, которые хорошо знают историю и помнят, что в конце 30-х годов, когда в стране пошла Великая Чистка, первые, кто страдали, это были сотрудники НКВД, партийные работники и прочее, прочее, прочее. И отец всей семьей вынужден был переехать сначала в Новосибирскую область, а потом он отправился в город Сталинск, сегодня он называется Новокузнецк. И вот путем такой миграции, изменения профессии, он превратился в тихого бухгалтера, все забыли героического рубаку гражданской войны, все забыли того человека, который поднимал колхозы. И на некоторое время он выпал из поля зрения карающих органов и таким образом сохранил себе жизнь, а не стал одной из жертв 37-го, 38-го, 39-го года. А сын Анатолий Соболев передвигался вместе с ним, а в 1943 году подал заявление и добровольно ушел в армию. Его отправили в училище военных водолазов, и с 44-го года он начинает воевать, если можно так сказать, по отношению к водолазам, на Северном флоте, в Прибалтике, в Германии. И когда Анатолий Соболев, будучи уже зрелым человеком, анализирует, сколько времени он отдал этому водолазному труду, то оказывается, что 7 лет он поднимал затопленные корабли, доставал торпеды, лишал их боевой части, выполнял другие строительные работы, которые заняли у него 3 тысячи часов. Потом он возвращается опять же в Сталинск, Новокузнецк, поступает там на завод, потом заканчивает вуз и становится преподавателем кафедры. Но вот желание писать в нем живет постоянно, и он становится писателем, пожалуй, единственным крупным писателем, который пишет о том, как происходят будни водолазов. В 1962 и 1963 году выходят две его первых книги. Это детская повесть «Грозовая степь» и книга о войне «Безумство храбрых». Вот та самая «Грозовая степь» — очень интересный исторический документ и художественный документ, который повествует о том, как происходило становление и коллективизация в конце 30-х годов в том самом районе предгорья, в селе Смоленское. Повесть автобиографичная, и для того, чтобы увидеть взгляд более-менее объективный, мы берем эту книгу и видим, как ребенок смотрит, как разрушают церкви, как сбрасывают с них кресты, как появляются те люди, которых мы сегодня называем кулаками, и определенным образом меняют жизнь в совершенно другое направление. А «Безумство храбрых» — это книга о трудах водолазов. Нам с вами очень трудно представить, в чем заключался этот труд, но это был чрезвычайно опасный вариант. Почему? Потому что мы хорошо знаем, что водолаза надо медленно поднимать с глубин для того, чтобы от перепада давления не случилась кессонная болезнь. Но мы с вами даже не представляем, что во время бомбежки или во время артиллерийского обстрела даже небольшой снаряд, попадающий на расстояние 500 метров, километра от места, где работает водолаз, смертельно опасен, потому что, опять же, перепад давления создает какое-то безумное напряжение, человек либо становится инвалидом на всю жизнь, либо погибает. И вот Анатолий Пантелеевич Соболев один из тех, кто
описывает этот самый труд, который нельзя в полной мере назвать героичным, потому что люди не бегают в атаку, люди не стреляют из пулеметов, не бросаются на доты, а ведут ежедневную, спокойную, тихую работу. И по этой причине, пожалуй, на первом этапе Анатолий Соболев был не очень заметен, пока вот эти военные повести одна за одной не стали выходить в центральных издательствах. И тогда удивительным образом можно расставить определенную оценочную шкалу, кто писал предисловие к его книгам. Среди них Василь Быков, среди них Виктор Астафьев, среди них Валентин Курбатов и некоторые другие первые фигуры нашей русской литературы. И получается таким образом, что коль мы берем этот временной промежуток, 60-е, 70-е годы, когда создавались лучшие повести Анатолия Соболева, то мы так или иначе по возрастным категориям, по проблематике можем отнести это к знаменитой лединанской прозе, куда принадлежал Юрий Бондарев, куда принадлежал Константин Воробьев, куда входили тот же Василь Быков. Но если там психологические испытания, сюжеты, связанные с человеком за чертой или на черте, происходят непосредственно на линии фронта, то в прозе Соболева все это происходит где-то далеко или после непосредственных военных событий. И в его произведениях «Какая-то станция» или «Награде не подлежит» мы наблюдаем картину такую вполне нашу алтайскую, аграрную, потому что собственно, сюжет произведения «Какая-то станция» заключается в том, что несколько военных водолазов приезжают в отдаленную деревню, где находится завод. Этот завод изготавливает автоматные приклады, и лес к ним приходит по реке в качестве тех бревен, которые сплавляют. И получается, что когда лес идет, формируется огромный затор, завод останавливается, многочисленные женщины, потому что мужчины на фронте не справляются с этим совсем, и вызывают военных водолазов, чтобы они с этим совсем разобрались. Казалось бы, зима, далекая деревня, никто не стреляет, вокруг одни героические женщины, которые поднимают тяжелейший труд и при этом остаются прекрасными, и два или три героя, которые пытаются помочь им разобрать эти вещи. Героизм минимальный. Но так складывается, что вот в этих во всех проявлениях Соболев находит действительно то, что делает русского человека русским, и то, что позволяет сказать, что вот мы именно таковы, и каждый день, каждую минуту мы совершаем свой героический поступок. Спецификой соболевского художественного метода является то, что его тексты лишены каких-то великолепных стилистических отличий, которые характерны для орнаментальной прозы, но при этом они очень-очень-очень кинематографичны. Если мы посмотрим, сколько экранизаций его произведения сделали, то мы можем сказать три полнометражных художественных фильма и два фильма-спектакля, которые выходили на центральном телевидении. И вот здесь работает еще одна удивительная алтайская скрепа. Юрий Григорьев, супруг Рениты Григорьевой, друзей Василия Макаровича Шукшина, он на некоторое время жил в их доме, снимая в 1973 году фильм «Письмо из юности», полностью по сценарию Анатолия Соболева. И снова здесь алтайские какие-то отсылки, алтайские локации, алтайский дух, который нам позволяет так или иначе говорить, что это интересный состоявшийся писатель. Во второй половине жизни Соболев переезжает в Калининград, потому что рядом море, потому что это очень интересно, планирует написать хороший роман о рыбаках, но как человек, который не написал ни одной выдуманной книги, он нанимается рулевым матросом на одно из рыбачьих суден и в течение полугода путешествует по морям, ловит рыбу, выполняет повседневную работу рулевого. Сохранилось множество фотографий, и с богатейшим материалом возвращается и в последний год своей жизни создает замечательный роман «Якорей не бросать», у которых много уровней, который снова возвращает нас к традиционной для конца 20 века тематике противостояния человека и стихии и о том, как человек уничтожает окружающую природу. И вот этот последний роман «Якорей не бросать» он сложен, интересен, зрел и нуждается еще в переосмыслении, потому что достойных критических и литературоведческих работ о нем не описано. После смерти Соболева в его домашнем архиве находят две интереснейших
работы – это повесть «Испытание совестью» и рассказ «Алтайский француз». У выходца из алтайских мест, человек, который ушел на Первую мировую войну, попал в плен, сбежал из Африки, остановился во Франции, пережил там Вторую мировую войну, участвовал в сопротивлении. И потом он уже во второй половине 20 века приезжает в родное село. Вероятно, это может быть тоже село Смоленское, не находит ни одного человека, который там в начале 20 века были в его окружении и разочарованы, возвращается во Францию. А, собственно, автор-повествователь, который непосредственно присутствует в этом рассказе, он анализирует, он расставляет оценки, он берет на себя функционал того самого Анатолия Соболева, который блестяще с этим совсем справляется. Я вам настоятельно рекомендую взять книгу в серии «Литературное наследие Алтая», где собраны лучшие произведения Анатолия Соболева. Уверяю вас, что вы не будете разочарованы, потому что писатели, которые писали о водолазном деле, в Российской Федерации нет. Есть документальные повествования, есть замечательные книги Сахарнова о водолазном труде для детей. Но от психологической повести, глубокой повести человека, который не только обладает литературным дарованием, но и провел под водой более 3000 часов, в нашей литературе, а может быть и в мировой литературе, просто нет. И это человек, который родился на Алтае, помнил его и постоянно всех героев, так или иначе, вот такой хитрый писательский прием, отправлял именно туда, как людей, родившихся там. Вот я воюю где-то в Прибалтике, но я родился на Алтае. Вот я уехал во Францию, но я родом с Алтая. И вот эта ниточка в его произведениях, в его книгах никогда не прерывается. Спасибо.